Идем. Сколько их, по-твоему? Много. Надо выбираться отсюда. Обстановку. Кто-нибудь что-нибудь видит? В этом секторе никого нет. Что за черт? Это же Дэр! Давай, фланга! Поняла! Прямо здесь! Знаю, что ты там. И куда же ты пошла? А? Ну все, не уйдешь! Трусиха! Ага. Узнаешь кого-нибудь? Нет.
еще прятались. Твою мать, откуда стреляли? Не знаю. Обыскать двор. Ты смотри за столовой. Я останусь здесь. Ладно. Смотри-ка сюда. Ну и в жопу этих псов. Заберем себе. Кто там у нас? Есть кто-то? Вот так. Эли, ложись. Где патруль Адрианы? Эй, вы двое! Она... Вот здесь! Сбоку, сбоку заходи!
Даже выяснять не хочу. А если там? Попробуем. Давай, заходим. Нам надо валить отсюда. Срочно. Как-то же ведь можно спуститься на улицу. Теперь ты.
Надо выйти на улицу. Вроде никого. Ага. Похоже, порядок. Так, вот, посмотри. Одна из них. Ну и пошла она. Читай письмо. Джордан, Айзек на 2 недели разместил нас на телестанции. Неподалеку видели шрамов. Надеюсь, вот это тебя подбодрит, Лия. Телестанция. Думаешь, она еще там? Не узнаем, пока не проверим. Так. Рядом с этими высотками. Нам туда. Ладно. Найдем эту Лию. Я думала, мне точно кранты. Спасибо за помощь, кстати. Не за что. Так это и есть псы. Арсенал у них серьезный. Не то слово. Ты ожидала, что их тут будет так много? Томми меня предупреждал. И как, ты не передумала? Нет. Не нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Сколько? Видела 2, но их наверняка больше. И когда до них дойдет, что мы выбрались... И поубивали их друзей... За нами ринется вся орава. Это ж надо было так, из-под тишка. Они не такие, как мы. А вдруг мы беженцы? Вдруг мы, ну, знаем что-то важное. Видимо, их это не волнует. Как думаешь, в этих домах что-нибудь осталось? Всегда что-нибудь дозаваляется.
Дина, свежая кровь. Я готова. Уложила? Да. Черт. О, сердце колотится. И у меня. Я вот чего не могу понять. Почему они не убили вас с Томми, когда был шанс? Не знаю. Это неразумно. Может, они тупые. Может... Что? Может, просто вы не те, кого они искали? Вот вас и отпустили. Только они нас так отделали. Этот Джордан мне лицо разбил. Да, но почему они не довели... Дело... Уже не важно. Они облажались. Да уж. Как звали эту девчонку в записке? Ту на телестанции. Лия. Это та, которая... та, которая с косой? Нет. И я помню только, как она рыдала рядом с тем садистом, когда я рожу ему порезала. Так что мы будем с ней делать? Выясним, что ей известно. Выясним, где остальные, видно будет. Спросишь, за что они его так? Да. Ты ничего
Нового не вспомнила из разговоров с Джоэлом? Ничего. А может быть, что он натворил такого, о чем ты не знаешь? Легко. Он многое держал в себе. Интересно, что думает Томми? Он-то наверняка знает, с кем у Джоэла были счеты. О, зацени. Сиэтл сменил одного диктатора на другого. Как думаешь, давно это тут? Пару лет, не меньше. Я думаю, повесили сразу после того, как разделались с военными. Вот людям, наверное, было страшно. Сперва эпидемия, потом Федра, потом псы. Интересно, сколько согласилось примкнуть к этим ублюдкам Вов? Хороший вопрос. Что ты хочешь сделать? Я сейчас вернусь. Я буду здесь.
Это еще что? Бомба, что ли? Хм. Мастерски сделано. Не зря сходила? Да. Хороший улов. Вроде даже отсюда вижу. Как поступим? Посмотрим. Больной. По крайней мере, он хоть иногда готовил что-то, кроме буритус. Меня от них уже тошнит. Знаешь, сколько раз я его жратвой травился? Вот и пришлось рыбачить. Что-то есть захотелось. Да? Так не надо обсуждать. Да. А где эта стерва? Она где-то здесь. Она точно не из храма? Она была на лошади. Она не с ними. Ну, тогда шрамы ее прихлопнут. Давай сделаем дело, а? И потом пойдем поедим. Ты ее раньше сцапают шрамы или заражен. И хорошо. Тогда надо будет только притащить труп. Thank you.
смей. Остались? Вроде нет. Хорошо. Черт. Кого-нибудь узнаешь? Нет. О, эта зона просто огромная. Да, большая. Как думаешь, псы рассредоточены по всей зоне? Надеюсь, нет. Есть что-нибудь? Тут хэллоуинская шняга. А вообще забавно смотрится. А мне не нравится. Huh.